мобильный телефон с генподрядчиком. Ну что? Ну, это я сам. Ивкин Сергей, главный эксперт отдела архитектуры. Сейчас мы находимся на кровле жилого дома 10 по улице Чкалова, где происходит капитальный ремонт кровли. Сейчас вот видите, идет 100% замена стропильной системы. Весь пиломатериал обработан огнебиозащитой. Вот. Скоро будет подвезено, так сказать, железо. Будут уже крыть железом. Сделают обрешетку. Все. У жителей будет новая крыша. Какие планируется завершить работу? Ну, планируется где-то в марте. В конце марта уже ремонт крыши будет завершен. Также будет выполнено утепление чердачного помещения. Ремонт здесь, вот, где кирпичный клад, где она разрушена. Поправятся все фановые трубы. Все. То есть крыша будет отличная. Спасибо. Все, спасибо. Также на кровле расположена камера онлайн с фонда капитального ремонта. То есть люди видят онлайн, как ремонтируется крыша. Также в 2019 году на жилом доме 10 по улице Чкалова был произведен капитальный ремонт фасада. Отремонтированы все трещины, восстановлена штукатурка. Заменены окна в местах общего пользования. Дом останется вот внутренней сети, да? Так дом будет полностью отремонтирован. Также в 2019 году были заменены трубы центрального отопления на подвал, чердак, то есть с утеплением. Также была заменена электрика, поставили новую ВРУ, провода новые, светильники сами, видите, все работает с датчиком движения. Спасибо большое. Все, всего доброго.